И всем большой привет, ребята, с вами, как всегда, Крут да Молод. В общем-то, помните, я делал видео там, это, с танком, когда я танчики 1990 делал типичную. Ну, в общем-то, ребята, я сделал новую игру под названием «С Новым Годом». И называется она «Новый Год открытка». Это реально открытка, так что разворачиваем на весь экран, и я сделаю вам обзор на нее. Все, вот. Вам хорошо видно? Не знаю. Моя мышка. Активируем его. Активировался. О, видите, кот ходит. Его зовут Скретч, или же Царапка. Сейчас будем украшать елку, смотрите. Ну, для начала нужна сама елка. Вот она, вот мышка. Ой. О, елка стерлась. Ой, подарок. Что ты тут делаешь? Ай, ладно. Пусть тут стоит. Пока что. Сейчас нам нужна елка. Вот елка. Теперь берем еще подарки. Допустим, вот этот. И еще один подарок. Красненький такой. Теперь шарики. Вам видно, тут белый, а у меня зеленый он. И последний шарик. Ну, одинаковый, ладно. Ну еще и думаю, нужно включить музыку. И снежинки. А я еще больше снежинок запущу. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ёбаный ты чебурек! А пока тут у меня все затапливается снегом, можете посмотреть на эту картину. В принципе, вы посмотрели, вот сколько уже снега. Это какой-то снегопад. Давайте еще больше наделаем. Еще, еще, еще. Он у меня тут бесконечный. О, потихоньку начинает затопать. Во! На экране это видно, как паутина. Еще больше. Ну ладно. Всем пока, ребята. С вами, как всегда, был Крут да Молот. И никто больше.